Начинаем наше соревнование. На штанге 10 килограмм. Первый подход выполнит Коробкин Родион. Готовится Прокопюк. Опустить подход защиты. 13. И команда. Все. Прокопюк Михаил. На 13 готовится Плюскова. Не спокойно, как тянулся. Смотрите, судью спокойно. Первый. Опа. Все команды. Опустить подход защиты. 12. Сколько? 12. 12. А? 13. 13. Ну, давай. 13. Все так. Первый подход. Готовится Казма. Опусти подход защиты. 15. Не спеши, вызову, Казма. Не спеши, вызову, пойдем. Казма, Роберт, первый подход. Готовится Малашка. Опусти подход защиты. 15. Малацев Никита готовится к удаванию. Опусти подход защиты. Тоже 15, да? 15. Удаваец Глеб. Готовится Коробкин. Опустить подход защиты. 15. Коробкин Родион. Второй подход. Готовится Прокопюк. Опустить подход защиты. 15. Прокопюк Михаил. Готовится Бугры. 20. Опустить подход защиты. 15 килограмм на штангу. Может, ближе. А это не в канат. Опустить подход защиты. 17? 17.
Ломеется Александр. Первый подход. Готовится Коробкин. Опустить подход рассчитан. 20. Коробки на Родион. Третий подход готовится, проходил. Опустить подход защиты. Я у него 16. Хорошо. Прокопил Михаил. Третий подход готовится, Плюскова. Хорошо. Опустить подход защиты. Сколько? 17 или 18? 18. Плюскова Валентина. Готовится к поздно. Опустить подход защиты. 17. Поздно Роберт. Третий подход. Готовится Маланцев. Опустить подход защиты. Маланцев Никита. Готовится Кудамани. Опустить подход защиты. Кудаванец Глеб. Третий подход. На 16 готовится Лаврова. Опустить подход защиты.
Можно еще и говорю, что так, что там? Эти кусели салата смешного, за что я могу. Сычок, соловьев, пошли по ходу. Иди, не пиши, прям, что ты. Соловьев масло, может быть, вообще, на следующем году, да, не пиши. Патрик? Семь человек. Семь. Нет, он не дежурил, пожалуйста. Ты замок или не зажигал, зачем ты там не делаешь? Большим буквами пиши или пиши? Ну, называй так, слава богу. Не поесть ничего. Соловьёв 15 или 16? 15. Тогда 15 надо. Или 15 сейчас надо? 15 еще. Соловьёва, Настя, первый подход. Опустить подход защиту. Сколько сейчас следующий? 18. Сколько? 18. 18. Сито пропаил. Опусти подход защиты. 16 на штангу. Лаврова Алина. Первый подход. Готовится Мартынова. Опустить подход защиты. Мартынова Мария. Готовится к Козма. Опустить подход защиты. Козма Роберт. Третий подход. Готовится коробки. Подход неудачный. Коробкин Родион, четвертый подход. Готовится поздно. Взял, взял. Нет. Поздно Роберт, четвертый подход. На 17 готовится Попов. Неудачный подход. Тоже закончил. 17 килограмм на штангу. 17 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
12 стоит или 18? Я бы смотрю, Попов Михаил, первый подход, готовится Плюскова. 17. Опусти подход на щит. Какой вес? 18. Плюскова Валентина. Второй подход готовится Малан. Опустить. Подход не защита. Закончила, да? Маланцев Никита, готовится Плюскова. Тоже не удачный подход, закончил? Все у меня, да? Плюскова Валентина. Готовится Бутовани. Опустить подход на щита. Бутовани Глеб. Четвертый подход готовится Айтали. Опустить подход защита. А Италия в Канаде. Четвертый подход. Готовится Маланцев Никита. Красивенько. Мощненько. Опустить подход защита. 20. Маланцев Никита, четвертый подход. Опустить подход защита. Побил, да? Маланцев. Лаврова Алина, третий подход, готовится Мартынова Мария. Опустить подход защита.
Какой следующий вид? Мартынова Мария. Готовится Попов. Опустить подход защиты. Попов Михаил, готовится Прокопюк. Опустить подход защиты. Какой следующий вес? Какой следующий вес? Какой следующий вес? Прокопюк Михаил, четвертый подход, готовится к удаванию. Глеб. Миша, оттянулся. Боченька вверх. Опа, держи, держи. Опустить подход защиты. Удаванец Глеб, готовится Соловьёва Настя. Ну все, да? Да. Опустить подход защиты. Соловьёва Настя. На 19 готовится подход Михаил. Говори там, кто захочет, говорит. Опустить подход защиты. Девятнадцать килограмм на штангу. Попов Михаил, третий подход. На 20 готовится Курышова. Опустить подход не защита. Закончил, да? Двадцать килограмм на штангу. Мой женский поставил, нет? Буржова Владислава, первый подход, готовится ВИП, Алла. Опустить подход защиты. Вес Алла. Кого там из? Бугрей Ангелина, первый подход, готовится Оптенков. Опустить подход защита. Спасибо.
Каптенков, как правильно? Каптенков Александр. Готовится Италии. Опустить подход защита. А Италии в Канаде. Третий подход. Опустить подход защита. Коломеец Александр, третий подход. Готовится Лаврова Арина. Опусти подход защита. Лаврова Алина. Третий подход. Готовится Машинова. Опустить подход защита. Какой следующий вес? 20. Мартынова Мария. Готовится Ситов Рафаил. Опустить подход защита. Ситов Рафаил. Второй подход. Готовится Соловьева Настя. Опустить подход защита. Соловьева Настя. На 22 готовится Назарян. Опустить подход защита. 22 килограмм на штангу. На заряд Артак первый подход. Готовится Куршнова. Опустить подход защита. 24. Курышова Владислава. Третий подход. Готовится Айтали. Опусти подход защита. Айтали в канат. Четвертый подход. Готовится Лаврова. Не спеши, не спеши. Держи, держи. Закончил ты вот эту 22 килограмма. Ой, 20 килограмм. Лаврова Алина, четвертый подход. Готовится Мартынова. Опустить подход защита. Закончила свое выступление. Мартынова Мария, четвертый подход. На 23 готовится Курышова.
Опустить подход защитом заглушила свое выступление. Турышова Владислава, третий подход, готовится к Украине. Да. А, да, 23 килограмма. 24 Курышова? 23. Она точно назвала 23. Она получит 24. Да пусть 23, значит. 23, да. Курышова Владислава. Готовится к Украине. Неудачный подход. В Угре Ангелина готовится к аптеку. Опустить подход на щиток. 25. Ковтенков Александр, третий подход. Готовится Соловьева. Опустить подход защиты. Соловьева Анастасия готовится Курышова. Не спеши, сейчас. Я продумал. Опустить подход защитом закончил с результатом 23 килограмма. Курышова Владислава, четвертый подход. Готовится вес на 24 килограмма. Опустить подход защиты. Килограмм на штангу. Вес Алла, первый подход, готовится к ламии. 24. Да. Вес Алла. Готовится колонит. Опустить подход защиты. Как девочку зовут? Какой следующий вес? Олег. Коломеец Александр, третий подход, готовится на заряд. Опустить подход защиты. На заряд Артак, третий подход, готовится к Крушо. Опустить подход защиты. Курышова Владислава, пятый подход. Готовится Дроздеева на 25 килограмм.
34 лучшие.
А какой вид на штанге сейчас? 26. Не был. А еще больше? Все, он закончил? Да. 27 килограмм на штрафку. Плюшкин Антон, первый подход, готовится с хитом. Опустить подход с хитом. Сидов Рафаил, четвертый подход. Подход не засчитан. Закончил с результатом 25 килограмм. Да, штамп. Алла, третий подход, готовится Ковтенков. Опустить подход защиты. Ковтенков Александр. Володь, а чего вы не разминаетесь? Я же сказал, 25 килограмм больше разминаться. Опустить подход защиты, закончил твое выступление. 29 килограмм на штангу. Thank you.
29, да, на штанге? Да, да, да. Плюшкин Антон. 29. Опустить под корм защиты. 30 килограмм на штангу. Много участников. Тарафеева Татьяна. Первый подход. Готовится Бериашвили. Опустить подход защиты. Бериашвили. Бериашвили Алена, первый подход. Готовится Мазурин. Опустить подход защиты. Какой вес для решения? Мансурин Михаил, готовится Левис. Опустить подход защиты. Левин Иван, первый подход. Готовится Синис. Напомни, чтоб не Вань. Опустить подход защиты. Сенин Андрей, готовится Гордеев. Опустить подход защиты. Гордеев Константин, готовится Венц. Опустить подход защиты. Вес Алла, четвертый подход, готовится Сини. Неудачный подход, закончился результатом 28 килограмм. Сенин Андрей, первый подход. Готовится Каптенков. Я на 35 сказал. На 35 пойдем. Он у меня здесь, когда его нет. Он там отдельно. Не, я его выписал, а он оказывается здесь. Все правильно. Тогда Каптенков. Пятый подход. На 31 готовится Плюшкин. Thank you.
Опустить подход защиты. Да, 31. Плюшкин Антон. Третий подход. Готовится Бериашвили на 32. А, Димченко. Опустить подход защиты. А Димченко есть такой? На 30 килограммов, да? Или ты пойдешь на 31? На 30. 30 килограмм поставьте. Плюшки, какой вес заказал? Сверху два поставить? 32. Бериашвили Алёна, третий подход, готовится на зуре. Неудачный подход. Мазурин Михаил. Готовится Бериашвили. Плюшкин Антон, четвертый подход. Опустить подход защита. Закончился выступление. 33 на штангу. А, подождите, 30 давайте поставим под пары. Тимченко Илья. Тимченко Илья на 30 килограмм. Опустить подход защиты. Сколько? 32. А что за стаймон? 33 пока. Да, ну просто. Тарафеева Татьяна, третий подход. Готовится Бериашвили. Опустить подход защиты. Бериашвили Алена, третий подход, готовится на 32 Тимченко. Опустить подход защиты.
вес? 35. Да, сейчас ты. 30. 30. Это не важно. Нет, 32. По парню. Ну да, поставь. Тимченко Илья. Третий подход. На 34 готовится Мазурин. Опустить подход защиты. Какой вес? 34 килограмма ждал. Мазурин Михаил, третий подход. На 35 готовится Рилин. Опустить подход защиты. Какой следующий вес? 36. Левин Иван, второй подход. Готовится Синин. А, 35 на что? Левин Иван, готовится Синин. Опустить подход защиты. Синин Андрей. Второй подход, готовится Гордиев. Опустить подход защиты. Гордеев Константин, второй подход, готовится Берешвили. Опустить подход защиты. Да. Тимченко Илья, четвертый подход. Опустить подход защиты. Закончил с результатом 35 килограмм. Опустить подход защиты. Закончил свое выступление. 36 на штангу. 36 поставь. 36. Килограмм на штанге Дрофиева Татьяна. Третий подход, готовится Мазурин. Опусти подход защиты. Какой вес? Мазурин Михаил. Четвертый подход, готовится Ривер. Опустить подход защиты. Закончим свое выступление.
37 килограмм на штангу. 37. Левин Иван, третий подход. Готовится Гордеев. Опустить подход защиты. 40. Гордеев Константин. На 38 готовится Синев. Опустить подход защиты. Все, давай. Еще один подход. 40. Сколько? 40. На 40 он идет? Да. 38 килограмм на что? Сенин Андрей, третий подход, готовится Дорофеева. Неудачный подход. Еще одна попытка. Дорофеева Татьяна. Четвертый подход. Готовится Сири. Опустить подход защиты. Закончил свое выступление. Сенин Андрей, четвертый подход. На 40 готовится Гусан. Опустить подход защиты. Хватит, я возьму. 40 килограмм на штангу. Левин Иван, четвертый подход, готовится Гордеев. Неудачный подход. Закончил. Уже надо 37 килограмм. Гордеев Константин. Четвертый подход. Готовится Сеня. Неудачный подход. Закончил свое выступление. Сеня. Yeah.
Опустить подход рассчитан. Мазгин, на три подхода поднимаешь. Вершинин! Вершинин, Егор, первый подход. Нет, значит. Готовится Егор Занят. На 48. Опусти проход защита. Как 48 на штангу. Егесарян Лазген, второй подход. На 50 готовится Попов. Вообще не ложитесь. Держи! Давай! Опустить подход дальше. Серёж, когда фиксируешь на клубе, не наклоняйся, так же ровно садись. На пяточку. Туловище вытекает. 50 килограмм на штангу. Попов Николай, первый подход, готовится Гусан. Опустить подход рассчитан. Какой следующий вес? Какой следующий вес идет по полу? 55. Гусан Евгений, первый подход, готовится к Городину. Опустить подход защиты. Городина Владимир, первый подход.
готовится к гусинам. Опустить подход защиты. Вершинин Егор. Второй подход. Готовится Егор Зарян. Вот все, что осталось. Лишь один. Почему я один? Вот 87. Опустить подход защиты. 55. Так. 54. Егезарян Вазген. Третий подход. На 53 готовится Гусан. Опустить подход защиты. Закончил свое выступление. 53 килограмма на штангу. Гусан Евгений, второй подход, готовится на 54 вершины. Опустить подход защиты. Вершинин Егор, третий подход. На 55 готовится Попов. Опустить подход защиты. А? Да, вы видите, включание. 55 килограмм на штангу. 2,5. Попов Николай, второй подход. Готовится Городину. Опустить подход защиты. Карабинов Владимир. Второй подход. На 56 готовится Гусан. Карабинов Владимир. Готовится Гусан. Опустить подход защиты.
да. Пришла, Алёш. 56 на штангу. Вот сам Евгений готовится к вершине на 57. Опусти подборная щита. Держи его. Неудачный закончил свое выступление. 59 на штангу. Играет.
Попов Николай. Четвертый подход. За 66 готовится Кузнецов. Неудачный подход. Закончен, да? Я не знаю. Да, так. 66 на ждан. Чего? Кузьминов Арсен. Второй подход. Опустить подход защиты. Установить нужно опустить 51 килограмм. Мужчина Парсен. Опустить подход защиты. Все, закончил? Да. Тогда 87 на штангу. Осталось 3 участника. По 3 или 4 подхода. Потом 5-10 минут быстрый перерыв. И перейдем к второму движению. Где забита? Вот там, Олег. Меня не ставят. Да, да, да. Михаил, первый подход. К весу 90 килограмм готовится Джоуев. А что,
Смотрел. Спокойно. Не справился с начальным весом Михаил. Еще три попытки есть у него. Сань, 90. Установите наш такой 90 килограмм. Повесить. Нет, не упаду, повесить 2,5. Да, 92. Джоев Георгий. Первый подход. А? На 90. 68, 90. Готовится Бурашов. Опустить подход защиты. Бурашов Даниил. Джоев заказал 95 килограмм. Знаете, нет, Мурашов, ой, это Джоев заказал. Мурашов Даниил, первый подход. На 92 готовится Филатов. Опустить подход защиты. 95. 92 килограмма на штамп. Сверху, да. Ну давай, там жопа ты спортсмен. Михаил. А 95 уже с 15. Ну да. Филатов Михаил, второй подход. На 95 готовится Джоев. Опустить подход защиты. 96. 95 килограмм на штангу. Thank you.
Понятно. Жилов Георгий вызывается к весу 95 килограмм. Готовится Мурашов. Опустить подход защиту. Мурашов Даниил. На 96 готовится Филатов. Опустить подход защиты. Хорошо. 100 килограмм. 96 на штангу. Филатов Михаил, третий подход. На 100 килограмм готовится Джуев. На 99 готовится Филатов. Все точно так же, Данил. Думай, думай головой. И все будет получаться. Опустить подход защиты. Данил. Закончил? 99. На штангу. Филатов Михаил. Четвертый подход. К весу 103 килограмма готовится Джуев.
Потом 5-10 минут перерыв. Георгию закончил результатом 100 килограмм. 5 минут перерыв.